Ничего себе. Всем привет, уважаемые подписчики, YouTube-канал, с вами 17 Кубрик, и это обзор на леденец сахарный. Вот так вот он выглядит. К сожалению, я этикетку убрал, ее нет, в общем. Поэтому такие дела. Но там был, короче, состав сахар, всякие опять химии какие-то, 385 калорий, так что вот, ничего страшного. Ну, что тут обозревать-то? Ну, тут леденец. Он уже чуть-чуть, кстати, испачкался, потому что я его положил на салфетку, она, видите, прицепилась. Его можно дробить, крошить. Видите, крошится. Нормально что-то. Вот, сейчас вам покажу издалека, как это вылетит. Все. Вот, вот такой вот леденец. Вот так вот. Видите, чуть-чуть уже поцарапался. Ну, не поцарапался, это испачкался. Вот. Такие дела. Ну, такое уже видел, но никогда не пробовал. Надо попробовать. Ну что могу сказать? На вкус как сахар. Все то же самое. Только вот сразу его в рот засунуть-то можно, а потом не высосишь, мне кажется. Поэтому лучше лизать, либо грызть. Такие дела. Надеюсь, вам понравился этот обзор на этот леденец. Ну, я такое есть не буду. Потому что он весь сахарный. Вот такие дела. Поэтому 9 из 10, потому что он сахарный. Вот. Всем спасибо, кто смотрел этот обзор. Вот, всем ба-бэ.